Попадает в плен Хосе Сантосу Романто, борцу против тирании правления. Раскаленные страсти бушуют в фильме Карлоса Дуплата, а непомерная жестокость соседствует с всепоглощающей любовью. Я не товар. Я думаю, сама принимаю решения или отвергаю их. У меня с собой контракт, он уже готов. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать его и подписать. Нет, вам не придется себя утруждать. Допустимо. Он унес. Унес печатку. Вы рядом с ним кажетесь мне жалким дьяволенком. Вы об этом пожалеете. Будете плакать кровавыми слезами за эти слова. Ее телохранителем? Я? Эта девочка сошла с ума? Трус. Вы абсолютно правы. Не все в жизни нужно брать силой. Хосе, мой дьявол. Что случилось? Проклятая мексиканка. Я в ее руках. Она делает со мной все, что хочет. Когда речь идет о Хосе Сантосе, я испытываю что-то необычное, Лука. Вас вновь ожидает встреча с Отеллой Нурьего в новом колумбийском сериале «Мария Бонита».